Новое шоу подъехало. Хейтеры, фанаты и другие ноунеймы пришли в ресторан «Friend by Basta», чтобы задать острые вопросы Исламу Итляшеву. Если он сольется, то оплатит всем счет. А если ответит честно, поляну накроет Баста. Мы должны быть мыми, а не аними. Лев влюбился в львицу. Эта львица стала коброй. Мы свою доказали, блин. Брат настоящий. Это бывает только родной брат. Я не знаю, двоюродный, троюродный. Бабки, братан, бабки. Ты чем занимаешься? Ты блогер же? Это сумку муж купил. Почувствуй кавказский вайб. Да. Алло, здравствуйте. Это служба безопасности вашего банка. Минуту назад мы Да. Здравствуйте. Только сегодня вы стали победителем нашей секции. Но это невозможно уже. Звонят и звонят целый день. Если вас тоже бесит, когда вас пытаются обмануть по телефону, и вы хотите защитить себя от этого, то вам поможет определитель номера в приложении Яндекс с Алисой. Найди в приложении раздел «Кто звонит» и заблокируй нежелательные звонки, рекламу финансовых услуг и другую рекламу. Ребят, ну все, а то мне работа надо. Давайте, до свидания. Да, дорогая, через часик уже буду дома. Мясницкая 24, дорогие друзья, это вопрос ребром. Фрэнк Бай Баста и сегодняшний наш гость замечательный, удивительный. Можно сказать, что феномен, человек, который за короткое время стал легендарным, популярным, любимым большим количеством людей за свою музыку, искренность, человеческую простоту и открытость. Встречайте, Ислам Итляшев. Со мной мой братишка, соведущий, Джарахов. Здравствуйте. Итак, первый вопрос, дорогие друзья, нашему гостю. Здравствуйте, меня зовут Шаманова Софья. Вопрос мой такой. Как вы считаете, почему кавказские исполнители так часто поют о неразделенной любви? Разве сердце одинокого волка может кого-то ранить? Ай! Ах! Ай-я! Ай-ай, бля! Ведьма! Колдунья! Она тоже. Ну, вообще, правильно. Все, я думаю, знают, что кавказцы очень романтичные люди, да, ребята. И на этот вопрос я даже не знаю. Ну, вся эстрада, по сути, поет про любовь. И... Ну, кавказские песни самые особенные. Да. А так цепляет людей. Вот эта история. Лев влюбился в львицу. Эта львица стала коброй. Это песня, ну? Это какая-то песня про людей Икс, да? Львица стала коброй. Львица стала коброй. Так, поехали дальше, следующий вопрос. Ислам, у вас есть альбом «Воровал и буду воровать». Да. Подскажите, пожалуйста, а что самое дорогое вы когда-либо крали в своей жизни? Жинку, наверное. Ай, красиво. Я считаю, это самое бесценное, что есть вообще у меня. Привет, Ислам. Скажи, у тебя есть какая-то одежда, кроме черной? Потому что, судя по твоему инстаграму, такой нет. Да, есть, конечно. Когда я уезжаю в отпуск, я стараюсь одевать что-то светлое. Темно-серое, да? А так... А много кожаных курток? Очень много. Штук 50 точно. Представляю, как он открывает. Ну, это моя самая любимая. Вот, кстати, очень много карманов на рукавах. Вся в карманах. Что ты там носишь? А, где? Здесь? Да. Бабки, братан. Здесь мелкие, здесь мелкие, крупнее, здесь самые крупные, брат. А что удобно так? Сколько, подождите? Раз, два, три, четыре, пять. Следующий вопрос. Привет. Расскажи, пожалуйста, про свою первую большую покупку с большого твоего гонорара. Спасибо. Это была куртка. Да! Это была куртка. Моя 73-я куртка, да, была.
которую я особо не одеваю, в одном клипе отснял, и все, я ее повесил. Сколько? Она неудобная была. Сколько стоило, бля? Лям. Лям? Да, лям. Ой! А это сколько стоит? Чисто двухкомнатная. Это так, $1000. $1000. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. А что за куртка за лям, бля? Louis Vuitton, вот это с кармана Meiji. Вау! Короче, я ее повесил, не мое это, в смысле. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что у вас с глазом? Это последствия какой-то драки или вы пародируете LG? Нет, LG точно не пародирую. Это, опять же, да, потасовки, да, случилось это. Нож залетел в глаз. Вау! Ну, тем не менее... Мы свою доказали, блин. Сколько лет тебе было, братан? Это студенческое время. Что, а глаз видит? Нет, не видит. Вообще, чтоб ты понимал, я артистом стал случайно. И хорошо, что... Такая же история, братка. Да, и хорошо, что я стал. Так бы где-нибудь уже, я не знаю, наверное, сидел бы где-нибудь. А так, за счет того, что я полюбил сильно творчество, я отошел вообще от всего плохого и просто вот нацелился на творчество. А как ты стал артистом? Расскажи, пожалуйста. Как произошел этот момент? Ты вдруг понял, что надо петь попробовать. То есть ты, смотри, получается так. Ты молодой, там драки, движения, туда-сюда, все. И вдруг ты такой думаешь, буду петь. Как идея пришла? Кто посоветовал? Или ты сам? Короче, сестренка принесла мне текст, ну, песню, и мы ее записали. И она говорит, если споешь, говорит, ее, допустим, на каком-то мероприятии, да. Я, говорит, тебе 3 рубля дам, говорит. Я так посмотрел, трек идет 3 минуты, 3 рубля, думаю, блин, сейчас будет... Ну, тогда на тот момент нужны были деньги. И вышел, спел, она говорит, короче, если второй трек запишешь, говорит, 6 рублей будет. Нормальные куражи, да? Поехало, да. Но я тогда понял, что на этом можно зарабатывать. И очень хорошо включился в это. О клипе «Кобра», да, про который как раз упоминали недавно, 128 миллионов просмотров. А для этого каждому жителю Карачаева-Черкесии нужно было посмотреть его 295 раз. Вопрос в чем? Как получилось уговорить всех? Просто этот клип мы закинули в семейный чат, вы же понимаете, там у нас. Там сколько родственников, сами знаете. В каждом роду, в каждом тейпе. А так, если серьезно, вы же видели мои клипы? Там, по сути... Я просто живу, а кто-то со стороны снимает и закидывает на YouTube. Понял, да? Ну, примерно. У нас там особо бюджета нет, все очень просто. Я думаю, обычных людей, вот именно средний класс, да, ну, их нас же большинство все равно. И я думаю, это и зацепило, что все просто, как бы, без всякого пафоса и так далее. Кстати, Баста, ты же 23 года назад передавал же пацанам салам алейкум из Черкесска. Конечно, брат, в своем треке. Конечно, брат, черкесский. Брат, первое место, где я выступал, братан. Скажи, по-братски. Как? В 2000 году было очень весело. Что там было? Что-то такое веселое было? Брат, что на Новый год... Проморгали просто этот момент. Братка, на Новый год в Черкесске, как только начался Новый год, площадь вся в Черкесске, около администрации где. Да. Все достали оружие и начали стрелять просто, отвечать Новый год. В 12:01 минуту. Испугало ли нас тогда это? Нет, обрадовал. Но сейчас бы, конечно, было страшненько. Так вы выступали, получается? Я выступал, братья, я выступал первый раз в Черкесске в 1997 году. Ничего себе. Да, да. Черкесску большой привет всей Карачаево-Черкесии. От души, брат, от души. Отдельный привет. Вся республика звонила. Вот все видео. Узнали, что к Басте еду. От души салам алейкум передай ему, сказали. Алейкум вассалам, брат. Так что, братан. А про Джарахова что сказали, брат? Про Джарахова? Поаккуратнее, да, с ним? Опасно. Давайте следующий вопрос, ребят. Ислам, привет. Привет. У меня такой вопрос.
как мне сняться в твоем клипе? Я правда очень хочу. Мне тоже нужны эти сотни миллионов просмотров. Я тебе скажу так, отношения порождают отношения. То есть, ну, здесь такого нету, чтобы там за деньги или что-то как-то. Просто если мы подружимся... Братка, ты сказал, отношения порождают отношения? Да. Хорошо. Я это запишу, мне звучит хорошо. Хорошо, я поняла. То есть, если будешь с нами дружить, все четко будет. По-любому снимешься. Супер, спасибо. Как ей, да, сразу надо как-то объяснить, ну... Как дружить, что надо делать? Не, как ну, оно без, надо... не. Без всяких левых моментов. Ну, не, как в поступках там она должна себя проявить, как она должна быть, ну. Просто пускай рядом будет и все. Все, братка. Мне нравится, что все равно все, что ты сейчас говоришь, двусмысленно звучит. Не, без левых моментов. Я такой, да что такое левые моменты? Ты слушаешь «Инстасамку»? Ну, так, что за деньги, да. Не, так-то у меня нету ее в плейлисте, но если попадается, бывает, да, слушаю там на радио или где-то. Спасибо. Есть шикарный кавер на кавказский манер. Да, лезгинка, да? Да, просто потрясающе. Эту сумку муж купил, я просто тащу. Нет, вы знаете, на самом деле, я еще раз сейчас, как пожилой человек, скажу, выведу мораль. Инстасамка в этой песне первая назвала вещи своими именами, не стесняясь. Понимаете? Эту сумку муж купил. Это в натуре позиция открытая, настоящая, слабой женщине, которая ценит крепкое мужское плечо рядом с собой. Какой правильный социальный ответ на вызовы времени, в котором мы находим ответ. Мне очень нравится, как мы разбираемся. Не, ну скажи, ну так и есть, да? Эту сумку, потому что всегда женщина говорит, все сама. Все сама. Она говорит, эту сумку, если так сказать по-другому. Глубинный смысл. Если по-другому сказать, эту вот сумку муж купил. Часы муж купил. Просто надо было сказать, что спасибо ей, да, так вот сказать. Спасибо. Василий Михайлович, а да, что тогда скрыто в строчке «Моя жопа на тусе, мои доллары в плюсе»? Человек, заработав деньги нелегким трудом, взяв на себя все социальные обязательства, может себе позволить, так сказать, вынести часть своего тела для небольшого отдыха в рамках законодательства, установленного Уголовным кодексом Российской Федерации. Что порадовать людей, возможно, которые будут также на тусе, вынесут свою, так сказать, часть тела, и самой отдохнуть в пятницу вечером. Достойно. Хорошо же? Достойно. Верно? Аплодисменты. Здравствуйте. У меня вопрос к Эльдару Джарахову. А? На одном из видео Ислам называет себя папой Ютуба. Ты тоже так когда-то говорил. Можешь сказать, кто из вас действительно папа Ютуба, а кто так на подсосе? Получается, у Ютуба теперь два папы? Потому что должна быть мама. Родитель один, родитель два, да. Ну, в каждом своем направлении, да. Я в музыке, ты чем занимаешься? Ты блогер же? Ну, всякое там тоже, да. Все четко. Ты девушке отвечай, Джарахов. А. Повторить? Я понял вопрос, да. Мы все отцы Ютуба. Каждый. Вот Эрик Давидович вообще придумал Ютуб, например, по-моему. Не певец же? Он певец. Он спрашивает, ты певец? А, Гусейн Гасанов вообще самый первый. Я в моменте. Это он же был. Ты что, мимо дал, братан? Ты что? Ай, мужчина. Красавчик. Братан, да? Честно говоря, когда я услышал его песню, тоже немного прихуел. Думал, что он певец, оказывается, братан. Здравствуйте, меня зовут Сергей, и у меня такой вопрос. Почему кавказцы и рэперы постоянно всех называют брат? Что такое брат, что тебе не нравится? Ну, просто интересно, с чего это началось, с чего пошло. Говори, брат. Это, говори, во-первых, брат. Как уважение, да, и... Я считаю, те люди, которые уже конкретно эту жизнь поняли, они понимают, что брат настоящий. Это бывает только родной брат, я не знаю, двоюродный, троюродный, но никак не друг. Друг может быть хорошим другом, но не братом точно. Брат тебя поддержит в любой ситуации. Так что это
у нас просто как знак уважения, можно сказать. Просто из-за этого. Братан, ты практически то сказал. Да, звучит как тост, да, выпьем. Будьте здоровы. Привет, меня зовут Лера, у меня такой вопрос. Когда я встречалась с парнями, они не дарили мне цветы. Вы, как настоящий мужчина, объясните, что это не пустая трата денег? Сейчас все типы замерли просто. И так, такие думают, говорят, братка, братка, не думай. Да, на самом деле есть такой момент, да. Для девчонок это какой-то особый, особый момент, да. Цветы, это их слабость, можно сказать. Чем больше букет, да, тем ты ближе к сердцу, можно сказать. И все равно каждый мужчина, я считаю, должен, да, делать красивые жесты в своей девушке. Этим он и поднимет и свою самооценку, и самооценку девушки, наверное. От этого он должен кайфануть просто тоже. Мужчины были не те, видимо, да? Что еще раз? Мужчины, говорит, мужчины, видимо, были не те. Я не знаю, может, возможности у них просто не было. С теми, с кем ты общался. Надо было украсть. Надо было а там украсть, по варианту надо смотреть. Может, конечно, парнишка хороший, просто в кармане не было тогда ничего. Прям новая спасибо песня родилась сейчас. Привет, Ислам. Меня зовут Ангелина. В своем клипе, где с Султаном Лагучевым «Хулиган», вы на гелике преследуете девушек. А тебе не кажется, что вы пропагандируете сталкинг и неправильное поведение среди молодых парней, которым это может показаться крутым? Это, знаете, что это наоборот, знаете, напоминание, как нужно знакомиться с девушками не в интернете, там, не в соцсетях, а по-настоящему. Это вообще другие, другое отношение и другие чувства. Слушай, а если девушек это пугает и смущает, такой момент? Если девушек пугает, конечно, нельзя настаивать. Ну, если так, грамотно на улице познакомиться. А как тогда вот пацанам, которые смотрят этот клип, объяснить, что есть грань? Потому что многие реально не чувствуют же грани в этом плане. Это же... Этот момент был всегда. Это же не мы его придумали. И как-то же люди справляются, я не знаю. Кто-то есть здравые парни, понимают, что слишком сильно настаивать не надо. Кто-то не понимает. Ну, все же разные люди, индивидуальные. Просто в целом, насколько мне известно, от этого девочки очень сильно страдают. Просто, ну, с появлением интернета мы об этом узнали. У меня у самого сестра... Жирак, ты договоришь, как будто за тобой тебя преследуют. Слушай, нет, у меня младшая сестра... Жираков такой сильный, правда. У меня младшая сестра, ее тоже очень сильно всегда смущает, когда там... хотя она тоже... Мы кавказцы. Надо давать... Ее тоже очень смущает, всегда когда телефон вот брата происходит. Телефон я, брата конечно, давать. Я давай телефон сказал, брата. Я об этом ей сказал, да. Всегда в рассой делается так. Кто-то тебя напрягает, говоришь, поговори с своим братом. Он говорит... Отстань. Алло, это Джарахов. Они такие, сейчас. Здорово, шерстяной. Здесь же вопрос не в этом. Здесь вопрос разговора просто. Я думаю, что... Ну... Не, а так, знаешь, некоторым девчонкам наоборот это нравится. Допустим, едешь, просигналил, сразу у нее походка поменялась, короче. Нет, шла. Сразу она просигналила, походка сразу. Поменялась на пик. Да-да-да-да. Топнула сразу побыстрее. Не, есть девушки, кому нравится это, скажи, похлопайте здесь. Кому сигналят там или нет. Да, ну они скромнее, ну, немного, скромницы, брат, конечно, немного. Да. У них есть же. Мне кажется, что здесь нужен баланс, да, где-то. Потому что, Джарахов, я думаю, что многие девушки, которым ты подкатываешь, сказали бы, да, Джарахов, конечно, наваливает, как пристает, прям. Или таких не может быть, что ты такой душнило. Мне кажется, нет. Я чувствую грань. Так какую-то. И все так думают. Так и все думают, да? Что все чувствуют грань. А когда ты выпивал? Были неловкие моменты? Когда? А когда я выпивал? Когда я не выпивал? Было такого никогда. Здесь мне кажется, что эта дорога, как говорится, с движением в две стороны. Здесь нужно понимать. Сложно здесь найти баланс. Нужно это, не нужно. Никто не знает. Не, если бы моей дочери, честно, кто-то бибикал, я бы расстроился. Мне один мой старший брат сказал, что всегда относись к девушкам так, как хочешь, чтобы относились к твоей дочери. И многое становится сразу на свои места, каким ты хочешь быть и как ты хочешь поступать. Мне кажется, вот такое здесь лично мое мнение.
Привет, меня зовут Яна, и у меня такой вопрос. Ты мечтал стать бойцом ММА, но в итоге занялся музыкой. Скажи, готов ли ты ее бросить, если тебе прям завтра предложат контракт, и будешь ли ты, например, участвовать в поп-ММА? Вообще желания не имею, честно. Я ни за какие деньги я не буду драться. Просто, ну, потому что у меня уже свой бизнес сейчас, и он растет. Мы зарабатываем неплохие деньги, да, наша команда. И я считаю, идти свое здоровье терять смысла нет. Слушай, а как так вышло, что почти все бойцы с Кавказа? Ну, у нас же как, вольная борьба всегда на первом месте в мире была. И вообще, это хорошо, что появились вот такие ММА и так далее. Сейчас направили, то есть, силу туда. Чем это все происходило бы на улицах, пускай лучше это будет в клетках. Ну, наши любят драться, короче, вот такая тема. Про уши, да, про то, что уши ломают за деньги, это правда? Да. Левая, да. Кому? Левая, это чтобы левая подороже, было, правая. Чтобы из машины было видно? Да, да. В большинстве твоих клипов ты и твои друзья похожи на бандитов. А сейчас он не похож на бандита, что ли? Похож. Ты считаешь это крутым? Нет. Так оно само получается, ну, я не знаю. Скажи, это бандиты на нас похожи. И бандиты нас косплеят. Это бандиты на нас похожи. Не, скажи, это бандиты на нас похожи. Вот так еще страшнее. Почувствуй кавказский вайб. Опасно. Ислам, у вас очень суровый внешний вид. Есть то, что может вас рассмешить, и есть у вас какие-то любимые стендап-комики? Да, да. Ну, ребята с камеди, да. Очень смешные. Я их, ну, слушаю, смотрю, смеюсь. А так у нас на Кавказе... Нет, слышишь, сказал хорошо. Смотрю, слушаю, смеюсь. Я вообще люблю посмеяться. Я человек очень радостный. Не разрываюсь просто, но не собраться. И у нас на Кавказе тоже есть хорошие ребята. Ну кто? Ты можешь сказать? Вот, так... Ну, этот... Юсуп Амаров, допустим. Да. Mm. Вот, это из Махачканинского района? Да, да. Конечно, да. Ты что? Ну, это легенда. Это Расул легенда. Чебдаров, большая любовь вообще, обожаю этого. Да, да, вот, кстати, он недавно, да, начал? Не, Лурье красавчик просто. Да, да, да. Расул, ты просто капитальный красавчик. Ну, твой фон. А Шираз, который поет, да, вот Шираз, вот у него же есть эта песня. Шираз, тетя, тетя, Шатохин. Тетя, папина сестра. Да, да, да. Потрясающе. Юмор не имеет границ. Когда ты последний раз получал хорошенько по лицу, и за что, или в связи с проблемами с глазом, ты стараешься избегать конфликта? Получал ли ты какой-нибудь тролль-люлей? Что случалось последний раз? Один раз в жизни я проигрывал. Когда, ну и то, я был один, их была толпа реально. Я, короче, за одного пацана, короче, я пришел только в колледж, ну, поступил в колледж, и за одного пацана незнакомого заступился, короче. И заступился, но этот парень реально был неправ. И подошли пацаны, типа, за сестренку, короче, пойдем... Того вызываю. Я говорю, эй, пацаны, оставьте его, говорю, он слабенький, туда-сюда. Они говорят, ты что ли хочешь, говорит, за него пообщаться? А ну пойдем, говорит. Я пойдем, говорю. Они говорят, бери своих кентов тоже, говорит, мы их сейчас тоже, говорит, опрокинем, короче. Никого нет, да? Никого нет. Я только пришел в этот колледж. И, короче, выходим. И драка начинается. И мои знакомые ребята с аула, короче, ну, с села. Проходит, и у этого пацана спрашивают, за которого я заступился. Чё там, говорит, кто дерется? Да фиг его знает, говорит. Я даже не знаю, говорит. И типа, и все, мимо прошел, короче, за кого я, по сути, ну, там, дрался. И все, мои друзья тоже подлетели, короче, ну, там серьезный рамс был. Это на этом не закончилось, там это все продолжалось. Но вот тогда я действительно, я сильно отхватил. Я один на один, когда дрался, я начал выигрывать, и тогда уже толпа меня переехала просто. Брат, смотри, у нас есть такая рубрика, когда люди, которые не могут приехать или прийти сюда...
приходят другие заведения наши и задают, оставляют видео вопрос. Один из таких видео вопросов сейчас будет на экране. Всем привет, меня зовут Ирина, я нахожусь в городе Краснодар в ресторане «Горилла Байбаста» по адресу Мира 1. И у меня вопрос к Исламу Итляшеву. Ислам, какие стереотипы о кавказцах бесят тебя больше всего? Хороший вопрос. Вот это вот про кожаные куртки, борьбу. Какие стереотипы бесят больше всего, она сказала, да? Хороший вопрос. Я думаю так, я люблю, когда мужчина ведет себя как мужчина, когда он ведет себя достойно, да, вот когда мужчина начнет, не то что повадки, а его действия именно, когда он начинает вот вести себя как баба, ну, у меня вот все, меня это клинит, я просто вот хочу этого человека исправить, блин. Ну, я давай еще скажу, не баба, как девушка, да, ведешь как девушка, да, девушки такие... Не, мне кажется, больше как девчонки, как это баба. Девочки, это к ним никаких, это они должны быть такими. Но мужчины тоже должны быть мужчинами. Что мы должны быть мыми, а они аними. Аплодисменты, спасибо тебе. Дорогие друзья, сейчас в нашем шоу тот самый момент, когда мы, то есть вы, но по причине того, что вы это мы, а мы это вы, будем решать. Сегодня вы оцениваете нашего гостя. Давай по-братски я поляну накрою. Не, не буду. Я старше, так не получится. Я старше, так не получится, братан. Смотрите, если Ислам сегодня показал себя открытым, искренним, настоящим, поднимаем красного дракона. Если он был всех нас обманывал, вы поднимаете черную фигурку. Если поднимаете красную фигурку, я закрываю счет. Если черную, то он закрывает счет. Давайте посмотрим ваши голоса. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Давайте. Кассовый аппарат. У нас в гостях был Ислам Итляшев. Замечательный, удивительный, настоящий, всеми любимый. Желаем тебе всего самого наилучшего, брат. Спасибо, брат. Будь здоров, спасибо. Счастлив. Творческих успехов. Thank you.